Ребята, на канале Суперкошка, с вами Мария, добро пожаловать в Бравл Старс. И если вчера у нас было целых 6 квестов, и мы как выполнили все эти квесты, это было хорошо. Но сегодня лучше. Только 2 квеста. А почему лучше? Потому что наконец вам смогу показать события дуэля. Я уже играла, мне очень понравилось. Особый квест сегодня я уже выполнила, который был на нашем игре снова 4 раза. Теперь у нас в игре бой 3 раза с бойцом Пенни. И... Так, а какой у нас квест? Я чуть не посмотрела на ограбление. Победи врага 9 раз. Ну, каждый квест вроде был сейчас на 500... Ой, на 100 жетонов. Так что попробуем. Надеюсь, мы не сольем кубки. Очень на это надеюсь. Ребята, блин. Я уже... А, это... Блин, я не посмотрела, какая карта. Здесь не очень, мне кажется, Пенни подходит. Ну, Джесси здесь вообще все-таки имба. Но... Ну ладно, за Пенни тоже попробуем. Все-таки у нас победи врага 9 раз. А за Пенни выиграй бой. Тем более мы пока побеждаем. Так, мне нужно ульту накопить. Блин, лагает, брата. Блин, я ульту чуть-чуть не так поставила. Нужно было побольше за стену. А то так ее очень легко будет убить. Блин, ребята. Что-то вышло из-под контроля. А сфига ли у меня все кристаллы команды? С какого момента это произошло? То, что у меня 6 кристаллов. Уже 7. Ладно, я буду хранителем кристаллов. Почетное звание хранитель кристаллов. Мое. Ой. Блин, зачем я утонула? Эх. Мое. Вот сюда надо ульт поставить. Нужен последний кристальчик. О, все. Спайк у нас как будто никому не нужен. Их. А как? Блин, ребята, лагает. Сильно. От слова очень. Ладно. Не удивлюсь, если мы выполним квест на ограбление с первого раза. Ой, не на ограбление, а на победи врага. Ну, хотя вряд ли. Мне кажется, со второй карточки. Или же... Ну, со второй, значит. Это видео я больше хочу посвятить дуэлям, так что в этот раз нажму на паузу. Извините. Странно как-то. Обычно мне на камеру не везет, а здесь наоборот. А, знаете что, ребята, я не очень хочу на Пенни кубки сливать, так что все буду делать по отдельности. Кстати, я забыла забрать подарок. Сегодня это вроде какой-то значок. Вот наш бесплатный мега ящик. Ой, мега ящик, блин. Мега ящики скоро будут, когда будет открытие. А вот и подарочек наш. Новый значок. Интересно, анимация есть? Ну да. В последнее время все значки с анимацией. Сейчас мы его поставим себе. Или нельзя? Можно? Вместо какого? Так, вот здесь вот мы... Ладно. Вместо какого поставить? Ну ладно. Вместо такого. Ладно. А он же теперь на всех бравлерах, да? Хочу просто проверить. Да. Ну, погнали. Надеюсь, карта будет нормально попадаться. Ну, очень странная карта. Знаете, ребята, вот я что-то сижу и понимаю, что за 15 минут... Не смогла победить 3 раза за Пенни. За 15 минут. Победить еще 2 раза. Только 1 раз. Получается, мне я за полчаса могу только 1 раз выиграть, да? Тогда все ясно. Ну ладно, может все-таки сейчас в захвате кристаллов что-то смогу делать. Потому что в эти...
Вы там такие карты попадаются этого ограбления. Вы и представить не можете. О, ребят, не убивайте ульт-ПМки. Блин, ладно. Просто, понимаете, у ПМ это разрывная атака, она полезнее, чем ульта. А мою пушечку уже вынесли, да? Ну ладно. Сейчас новую поставим. Не беда. Поставили новую. Давайте, давайте, все в ряд становитесь. Да-да-да-да-да. Да-да-да. Почему... О, блин. Ах. Блин. Чуть-чуть не туда поставила пушечку. Даже не чуть-чуть, а не туда. Или 9 кристаллов. Что могу сказать? А у нас 4. У них, как я понимаю, уже 10. Эдгар, давай! Ой. А почему это? А как это так? А, у нас у Эдгара еще были кристаллы. Он пошел и сдох. Ну, как всегда. Просто как всегда, ребята. Даже не удивляюсь. Так всегда просто. Когда у тебя 1 000 000 кристаллов, ты просто идешь и подыхаешь, и все. Зачем их набирать? Конечно же, чтобы потом умереть. И слить кубки с твоей команде. Минус 5. Наконец-то это победка. И 2 квеста выполнены. Даже плюс 3 кубка, плюс 200. И наконец-то. В какой-то веке я могу зайти на дуэли. Я уже знаю, кого здесь надо брать. Я играла уже. Я беру обычно базу как первую бойца. И Рика с Булом как второго и третьего. Ну, а теперь все зависит от меня. А также от того, как хорошо будет играть тот, кто против. Супер, я против Эдгара Ворона и Бо. Что может пойти не так? Блин, ребят, лагает. А почему у меня лагает? А почему у меня лагает? Сильно лагает. Окей, Кабрал Старс. Я иду, но я стою. Кстати, кто... Почему я не ультанула еще? Почему я еще не... Я ж ультовала. Ой, почему? У меня... Я направила ульту вверх, сфигали, он вниз побежал. Как я его убила? Почему он лагает? Жалко, у меня сгаджетная установочка ульты. Ну ладно, пофиг. Минус 1 у всех. А как это произошло? Ладно. Еще одна попытка. Зато не надо... Опять Эдгар? Почему у всех леги? Когда я играла за кадром, чтобы вы понимали, ну... Все было хорошо. Но это традиция. А почему, ну, типа, когда он был рядом, у меня не накапливался ульт? Почему, когда он был рядом, у меня не накапливался ульт? Сами можете перемотать и посмотреть. Только не говорите, что у него ульт накопился, а у меня нет. Ну как нет? Где он? Что? Ладно, иди убей меня. Иди убей меня, блин. Подошел и убивай меня. Эмма, логика, подошел и убивай меня. Наша тактика, тактики нету. Где она? Где оно? Так вот оно. Ой, блин. Да почему лагает? Если бы не лагала, я вас уверяю, я выиграла. Потому что я иду, но я стою. Ой.
Нелогично. Если сейчас поставлю на паузу, я держу проверю, но это будет обидка. Почему у меня лагает нет? Всегда интернет лагает только у меня. У других бойцов интернет не лагает. Знаете, я рискну и возьму на третьего бойца. Хотите, знаете что, ребята? Давайте-ка поменяем. Первый боец у нас будет Шелли. Второй боец. Вторым бойцом будет Бас. Ой, зачем три... Блин. Так, вторым бойцом будет Бас. Так, вторым бойцом будет Бас. А третьим... Не знаю, пусть будет Пайпер. Надеюсь, до Пайпер мы не дойдем. Я на самом деле сначала набрала первым бойцом Розу. Потом Рика и Була. Против Эль Прима. Наши шансы. Так, окей, я вижу, где оно. Роза. У него был гаджет. Был. Слышишь, сюда подошел. Сюда подошел. Подошел ко мне. Я не понял. Так, стоп. Что? Что? Почему я ультанула вверх? У меня есть один вопрос. Только один вопрос. Что сейчас происходит? Почему у меня то ульта вообще не сработала, то она сработала в совершенно противоположную сторону. Ты где? Потошёл. Потошёл. Так, окей. У нас есть шанс. Он же не накопил ульт, ребят. Он же вроде потратил, нет? Скажите, что он потратил ульт. Блин, дело в том, что если сейчас буду его атаковать, я буду его атаковать. Я должна его атаковать. Он ультанет. Что происходит? Подошел. Сюда подошел. Блин. Ну, я просто займу центр. Он когда захочет, тогда и подойдет. Хотя мне наоборот надо, чтобы он не подходил. Ой-ой. Нет. На Шелли ульта сработала. В другую сторону. На базу ульта вообще не сработала, хотя я нажимала. Что происходит? За кадром. Вы не представляете, как я хорошо играла за кадром. Что происходит сейчас? Мне забросить YouTube канал? Ё-моё, что произошло? Что? Я забрасываю канал. Все. Ну а что лучше? Сливать кубки, которые я копила полгода? Или... Ну, удалять Бравл Старс? Или поднимать кубки, но без канала? Ребят, как считаете, может мне не снимать Brawl Stars? Почему все шло так хорошо до тех пор, пока я не начала записывать видео? Знаете, я вторую бойца возьму вольта. Еще один раз попробую. Если не получится, то все. Эдгар! Вы не представляете, как я уже хочу открыть эти все ящики, чтобы мне выпал Эдгар. Вы просто не представляете, как я хочу. Потому что всех Эдгар... А сфига ли у него ульт? Сфига ли у меня лагает? Почему у меня... Где оно? Боже, оно где-то... Оно где-то рядом. Где оно? Где оно? Вот оно. Потошил. Так, окей, плюс один. Против кольта. Гаджета на Пайпер у меня нет, поэтому могу спокойно тратить. Нет, не лагай, ну, пожалуйста. Вы издеваетесь.
Почему у моих врагов никогда не лагает имя? Почему? Ну я это вижу, потому что они никогда не афкашивают. Лагает имя всегда, только у меня. А можно это не будет такой несправедливостью? Пусть у них у всех лагает нет, а у меня не лагает. Давайте. Чё? Прикольно же будет. Нет? Почему нет? Прикольно аж. Я буду поднимать себе кубки, они будут сливать. У них будут вечные лаги. А давайте. Ё-моё, блин, кто ты такой? Подошел. Туда. А, ну чё, я спрашиваю, кто ты такой, если у него ник подтверждает. Ну ладно. Кстати, что-то не используют этот новый смайлик. Нет, блин, а... нет. Нет. Серьезно. Что происходит? Почему лагает? Почему все... Пишите в комменты, мне забросить канал. Потому что я очень хочу забросить канал. Очень хочу. Ну прям очень-очень. Прям очень-очень. Можно? Спасибо. Всем пока. Видео про Brawl Stars больше не будет.